Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть Uncharted 4. Наша 6 глава. Кто был когда-то вором? В общем, нам нужно пробраться в особняк, вот этот, я так понимаю, и украсть крестик. Прямо не верится. Я на свободе. С тобой. В Италии, а? Да, мне тоже. Mm-hmm. Если б только над нами не висела эта проблема. Италия. Когда нет проблем, тут еще приятней. О, а ты что здесь? Не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал тут по делам. С Салливаном? Ну, да. Ясно. На мост не залезешь. Красивый дом, красивый вообще, Ленка, красота. Живут же люди, да? Особенно если денег дохренища. Эй, вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри. Ну, смотрю. Какой хлоп. Я промазал. Дело в движении кисти. Ха, видишь? Да, неплохо. Специально, что ли? Видел? О, да ты профи. Вообще не говори. Красавчик, профи, прям. И куда? Вниз. Вот так. И куда теперь? О, можно зацепиться вон за ту балку. Определенно. Где там есть? Иди сюда. Дашь мне крюк-то? Поменяемся местами. Лезь через меня. Я держусь. Ладно. Цепляйся. Поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся. Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и перебраться сюда. Ага. Я сейчас. То есть веревку мне надо только отсюда взять. Ну перелезь-то уж, давай, лезь, лезь. Есть. Разбегаемся. Погоди. Что там? Тихо. А почему их не перевели субтитры? Ох, ни хрена себе. Садик. Видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если так. Красиво тут, маленькие фруктики, садики. Так, я пойду в безделушечку. Больше всего скучаешь по мелочам. Чашка какая-то. Чего ты хочешь сказать? Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Какие там дорогие, внизу вот яхты. Почти у цели. Ну, пошли. Не пройти. В
выдержит. Куда нам прыгать, тачь, не пойму. Так, спустимся пониже тогда. Все, спускайся! Наси, куда он прыгнул? Ты что, больной? Я хотел вообще-то наверх. Ну, вниз так вниз. Раньше прыгать было не так больно. Блин, какая да, красота. Я-то знаю. А эти твои другие находки? Ну, те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? А, на холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Чё, куда? Куда не привод? Вижу ни одной зацепки. Ну, только внизу где-нибудь. Вот. Куда-то залез. Вот тут нормально. Ты хотел сказать опасно. Опасно нормально. Ты живой там? Да, порядок. Вот нам наверх теперь. Или нет? Наверх или куда все-таки? Куда дальше-то? Плохо да. Будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Зачем я столкнул, сволочь? Прожектор какой-то тут. Ага, спасибо. Нейт? Нейт? Что? Да. Так. Все нормально? Да. Ну как? На все 400 миллионов. Нашли. 400 миллионов. Ладно, иди первым. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Камера охрана, понятное дело. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Свет отключите. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит?
Ну и богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Да. Ты знаешь, где у них тот рубильник? Мне же сказал, что свет вырубить. Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да? Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. Знали, ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за студентства. Правда? Да брось ты. Нет, конечно. Это пошел там за официанткой. Написано. Всего на дополнительную оплату. Чинг Шинг Холдинг какой-то, китайцы. Таркоты лучники, коллекция китайских бронзы. А этот где? Кратер, Фаберже. Юда Иисус, деревянное распятие, 14-11. Не похоже. Хотя, может быть. Блюдо из золота и серебра, 10 миллионов евро. Ни хрена себе. Маску... Что-нибудь еще стащить. В той стороне. Пошли. Что-нибудь стащить. Ну, твое местечко. Конечно, идиотская европейская техно. Иди спать. Это здесь. Так, поехали. Закрыто. Черт, заперто. Что открыто было? Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Карточка стоит. Сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Ах ты. Здорово. Да я и не пытался. Сомневался. Стрел карточку. Могли смотреть, как работает профиль. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Уши.
Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Нейт, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Он пошел в официанта переодеваться. Где тусуются официанты? Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Запасы, да, на случай чего. Черт, официантов видишь? Нет, только наемников. Значит, идем дальше. Ищем официанта. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперто, конечно. Ладно, план Б. Заперто, я же говорил. Ну, наш проверить. Ну, проверяй. И? Заперто. Ага. Какая-то картина подозрительная. 1972. Может, там код какой-нибудь? Тоже цепочка. Вот так. Тут вентиляция. И? Нейт, подойди-ка. Вот так. Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. Зажигалка у него ярко горит, очень ярко. Хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Курильщик. Если бегать не надо. Ух ты, я тут скоро окосею от винных паров. Счастье за рулем, Салли. Может, вход в вентиляцию за бочками? Молодец. Ну, тут может быть. Много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Ха. Боюсь, он вежливо откажется. Тупик. Ну, надо же посмотреть, что там в тупике-то. В общем, ценное. А это ничего, что Виктор болтает с Надин Росс. У ее людей жуткая репутация. А, Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Странно. Что за лестница? Куда в тупик? Ну. А я там что-то отодвинул, да? Можно пройти теперь обратно посмотреть. А теперь не тупик. Сюда.
Смотри, вентиляция. Это наш выход. Ну, давай найдем на что забраться. Ну да, я сам. Помощь. Ну. Какая помощь? Я держу зажигалку. Здорово. Давай, тащи, 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 тащи. Ничего не уронили тут. Так, давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali. Ah, sciacqua tu le devi. Meriterebbe un calcio nel culo. Сейчас мы приходим. Другую нашел. Я даже не заметил ее. Зачем решетку вентиляции внутри? Не снаружи, а внутри именно. Странно. Что там? Охранники. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Вот и свежий воздух. Ду-ду-ду-ду. Дай полюбоваться, лянь. Красиво как. Шикарно. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно, рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Лесенка. Иди сюда. Сэм, сюда. Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Он нагнулся под лестницу и спрятался. Я думаю, что с ним случилось. Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго, нашел кухню. Люсина. Ну, конечно. Тут заперто. Кукина или что-то. Цуцина. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Давай, наоборот, теперь я. Сэр, ma che sta facendo? Полегче с гражданским. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало. Ну да. Ну, теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, время поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в Италию. Да-да.
Сэм, слышишь? Связь. Сэм? Связь, все. Пропала. Супер. Вот там можно будет лазить. По-любому. Как надо будет туда пробраться. Поверху. Там, там, там. Сначала здесь. Да, мастерство не пропьешь. Пара сотен метров над землей. Над скалами, блин. Так, еще выше залезли. Можно сюда поверху зачем-то. Скорее всего. Ну что, тут ничего нету. Сюда можно допрыгнуть. Да, допрыгнул. А там что? Может, там есть наверху чего-нибудь интересное? Дай посмотрю. Куда? Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Залез, так. Наш камешек сломается. О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф. Давно мы не виделись. Лет 10-12? 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но, если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял.
Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? А Нейт тут упал либо висит. Осталось совсем чуть-чуть времени. Перепрыгнет. Перепрыгнул, молодец. Лучше б я вызвался в официанты. Да. И куда? Туда. Угу. Ну что ты раскачиваешься? Перелезь вниз. Во. Угу. Угу. Не на ту сторону залез. Тут ничего нет. Нету. Нельзя зацепиться. Значит, сюда. Опаньки, вот мы и залезли. Какая-то серверная или что это такое? Распределительная, короче. Подстанция трансформаторная. Куча кабелей. И там охранчик ходит. И не один. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Походу их придется вырубить охранников двух. Но больше никак. Не забраться, вот там что-то видно, проходик какой-то есть. Вот так, так. Где этот чертов рубильник? А, вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь, и пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да, чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грация. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Торгует там. Да уж, надеюсь. А я тут буду думать, как же вырубить. Нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Нет. Нет. С вашей ставки, сеньор, цена возрастает до 150. Хоть что-нибудь. Давай. Братец, я начинаю нервничать. Да подожди. Последняя ставка составляет 160 тысяч евро. Да что, что-то ничего нет. Сеньор ставит 170 тысяч евро. Нашел фомку, отлично. Стоимость два раза уже. Давай быстрее вырубай, где рубильник? 200 тысяч
Врубай. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 210 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Барахли тут не рушите! Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... С Парищем. Ладно. Сэм, крест у тебя? Святой? Глава 7. Отбой. Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Побег, побег, побег. Черт! Давай! Ну и чё? В том, что противник что-то заподозрил. Ну а нажать и оп западу. То есть если меня заподозрят, найдут меня, то все. Туда нельзя было прыгнуть. Поспешил. Перепрыгнул. Вообще надо бежать-то? Непонятно. Наверху выгодная позиция. Merda. Se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Cos'è stato? Non era niente. Так, наверху безопасно. Чуть не спалили. Мне надо как перебраться-то, ё-май, тут не перепрыгну, не. Только здесь. Так, все в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все.
А здесь закрыто. По-моему, не все сейчас будет все так просто. Тоу, скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Что, с ней подраться придется? Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Бабу бомбить. Ты себя выдаешь? Почему не работает уклонение? Отдавай мне артефакт. Кстати, все здешние артефакты крадены. Им место в музее. Мне уже это надоело. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничего бьем? Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Знаете, вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот здесь! Я у машины. Вы куда провалили? Я встретил твою Надин Рокс. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все чекуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Нейт, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Круглый знак. Так вот он, круглый знак. Ну что, они не видели, что тут стекляшки на них посыпались? Ну. Я поймал. Классный выстрел. Не говори. Да, пока держусь. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можно? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Ну и куда? Не залезть он. Ну, тогда спускаемся вниз. Виктор, я тут застрял, иди! Вообще не пойму, куда прыгать. Отдохни. Тут смотрит. Вот я пришел, не пойму.
штатных. Отдохни. Какой круглый зал? Куда? Кто это там газанул отсюда? Ханчик. Ладно, я почти в бальном зале. А, бальный зал. Это будет круглый зал. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Супер. Что с ним надо делать? Наверх. А, пошли вы. Ты. Пока не убили. Вовремя. Прицел здесь, конечно, кривой вообще. Ну вот попадай же по ним. Убить не могу. А у меня гранат нету. У меня нету гранат. Гранаты! Ты живой? Сволочь, ты хитрожопый какой, а ты сволочь такая. Добегался. Готов. Добегался. Кто там стреляет-то? Может, хватит уже? Далее у нас мало времени. Иди. Почти на месте. Да почти. Это просто. Быстрее.
спину ему засадил, блин, обой, моему вообще похрену. У меня один патрон остался. Ты не говори вообще, сам не ждал. Да, вас тут. Лезут, прут крысы. Чё стал там? Будешь стрелять по ним? Я ж один за твою. Гранат кидает. На патронов мало. Он зареспавнился прям передо мной. Говнюк. Все, погнали, короче, смысл с ними драться. Просто залазим и все, и погнали. Конечно, можно плевать. Лихо удрали. Вопрос только, есть что тут или нет в этом крестике. Так. Мою душу ждут муки ада. Черт. Ничего нет. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. С телефона, да, сейчас. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну ты даешь. Ну тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф и...
Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, тут я сюда. О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. В Шотландию прибыли. Ну, Рейф подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт. Да. Ты только... вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Я так понимаю, это уже следующая будет глава. Да, 8-я. Могила Генри Эвери. А продолжим мы ее уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Все равно не забывайте. Всем удачи и пока.